Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». Студія працює Марина Шкрупська і рада вас вітати. Залишайтеся з нами. Традиційно по вівторках ми дізнаємося, що чим живе миколаївська освіта Миколаївщини. І ми напередодні великого свята туризму, 27 вересня, відзначається День туризму. І у зв'язку з цим в нашій студії Мартинова Дар'я Борисівна, методист туристського відділу Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Доброго дня вам. Доброго дня. Дар'я Борисівна, отже, це щорічне свято, так би мовити, так, традиційне. І що чекає, що нас чекає, на кого розраховані ваші заходи, по-перше? Ну, во-первых, День туризма – это всемирный праздник, и он празднуется еще с 1979 года, когда Всемирная организация туризма этот праздник предложила для рекламы и пропаганды туризма, в принципе, коммерческого. Но с тех пор праздник претерпел вот такие изменения, и празднуют его теперь все туристы, не только те, которые продают путевки за границы, на курорты, но и те, кто, как вот, кружковцы нашего центра, путешествуют своими ногами, с рюкзаком за плечами. И это праздник всех тех, кому не сидится на месте. Центр этот праздник празднует уже достаточно давно. Много лет мы проводили его преимущественно для своих кружковцев. Последние несколько лет мы стараемся этот праздник сделать как можно более ярким. Мы его проводили в парке Победы рядом с веревочным парком Драйв вместе с ними. Приходило очень много детей, мы проводили различные мероприятия. В этом году мы решили сделать праздник еще более массовым. Для чего? Для того, чтобы привлечь, кроме наших кружковцев, еще как можно больше людей из Николаева, чтобы показать, что туризм это замечательно, интересно, весело, что в принципе мы покорны любые возрасты, и чтобы как можно больше жителей нашего города смогли, ну, приобщиться к этому замечательному виду спорта. Отже, де і коли можна до вас приєднатися, Значит, нашим сам праздник громадянам? мы будем проводить в воскресенье, 27 сентября, в Каштановом сквере на улице Советской. Начало праздника в 12 часов. И мы ждем там, естественно, всех желающих. Праздник в этом году будет проходить, ну, очень разнопланово. Ну, во-первых, мы бы хотели показать то, чем живет наш центр, чем занимается. Поэтому во время праздника будут проходить небольшие показательные выступления основных каких-то наших направлений. То есть это будут показательные выступления туристов, это будут показательные выступления школы безопасности. При нашем центре работает отделение этой детской организации, гражданская школа безопасности, и показательные выступления в том числе и этой группы детей будет во время нашего праздника. Наш центр занимается активно патриотическим воспитанием, мы сотрудничаем и с организациями казаков, поэтому они тоже будут показывать свои показательные выступления. Наша спилка казаки Миколаевщины. Кроме показательных выступлений, все зрители, участники могут попробовать себя в мастер-классах. Що за мастер-класи? Мастер-классы. Центр туризма, он занимается туризмом. Основные наши направления – это туризм и краеведение. Туристы будут показывать веревочные мастер-классы. То есть будут натянуты веревочные этапы, на которые все желающие могут попробовать свои силы. На центральной вулиці На міста буде. центральной улице города, да. Будут, значит, дистанция попроще для детей, и будет у нас такая экстремальная дистанция для тех, кто хочет попробовать свои силы. Дело в том, что во время этого праздника мы хотим еще поздравить команду нашей Николаевской области. Это сборная команда, которая состоит из выпускников и старших воспитанников центра. Наши ребята в этом году стали чемпионами Украины, причем абсолютными чемпионами, выиграв всю дистанцию, буквально сейчас не вчера, это не воскресенье вечером, а
Они вернулись с Кубка Украины, который тоже выиграли. Очень тяжелые были интересные соревнования. Стали переможцами. Да, они стали победителями Кубка Украины. И мы хотим тоже их поздравить. И ребята будут на нашем празднике и тоже будут проводить вот такой мастер-класс для тех, кто хочет попробовать. А склад цієї команды? Что это за діти, підлітки, кто это? Значит, это студенты и наши выпускники, уже взрослые ребята, которые продолжают как бы заниматься и помогать нашему центру. Они участвуют в мероприятиях. Приятелях і являються основою команди. Це всі випускники. От взагалі в мене виникло таке питання під час нашої з вами бесіди. Взагалі, хто такий турист? От кого можна назвати туристом? Кого ви називаєте туристом? На якому етапі дитина, яка прийшла до вас займатися, може сказати гордо, я турист? Ну, если говорить про ребенка, который может сказать гордо, я турист, то, наверное, это тогда, когда он прошел свой первый поход. То есть, если человек прошел свой первый поход, и он понял, что для него это занятие интересно, и он будет дальше ходить в походы, потому что походы – это все равно главное. То есть, соревнования учат нас преодолевать какие-то препятствия, где-то преодолеть себя, но основной туризм – это все-таки путешествия. Поэтому, если человеку понравились путешествия, если для него это стало важно и необходимо, то он турист. Какие якости проявляются у детей в походе самые туристичные? Какие повинні бути, какие виховуються якості? Я не могу сказать, какие должны быть качества у человека. Наверное, в первую очередь, это желание и умение работать в команде. Потому что наше общество, оно достаточно сейчас стремится к индивидуализации, а в туризме и в походе невозможно идти, не опираясь на плечо друга и товарища. Поэтому мы, в первую очередь, конечно, учим детей работать вместе и быть единым коллективом. Поэтому умение работать в коллективе, оно, это, наверное, одно из самых главных качеств человека. Туриста в первую очередь. А если у ребенка этого качества нет, в принципе, это не страшно, его можно развить. Для этого мы как бы и учим детей, для этого работают наши кружки. Но вторым главным качеством это, наверное, умение не бояться трудностей, умение себя преодолеть, не жалеть себя. Потому что бывают люди, которые, и особенно дети, которые чего-то могут не уметь, чего-то у них не получается, чего-то не знают. Да? Могут быть просто очень любящие родители, да, которые не дают ребенку ничего сделать. Это просто, ну, бывают какие-то личные особенности человека. Но если у него есть желание преодолеть какие-то трудности, желание научиться, то, естественно, у него все получится. И самое главное – это желание развиваться и стремиться вперед. Наверное, эти главные качества человека. А с вашим центром дети в какой местности Миколаївщину відвідують? От похід. З чого він починається, і чим закінчується, що відбувається, і куди виходити з дітьми? Походы – это очень такое широкое понятие. Вы понимаете, для каждого возраста они разные. Допустим, ребенок 10 лет, он идет в одно двухдневное путешествие. Наши старшие ребята ходят в дальние путешествия. Нашим центром был проведен поход с школьниками старшими, с кружковцами пятой категории сложности в Саянах, где дети за 3 недели преодолели 260 километров. Это единственный такой поход в Украине, который был проведен детским центром туризма. Очень сложный поход. То есть взрослые, да, туристы ходят такие сложные походы, а вот именно для детских центров это пока такое достижение еще не было повторено. То есть наши старшие, ну обычно это походы второй-третьей категории. То есть это неделя-две и в районе от 100 до 200 километров. Плюс это могут быть разные виды туризма. У нас в центре мы занимаемся пешеходным туризмом, поскольку это самый массовый. То есть он доступен самым маленьким детям и более старшим нашим воспитанникам, но это просто более дальние районы. Начинается он буквально от порога школы, может начинаться от порога дома, да, то есть поход на один день, вышли вокруг где-то в районе нашего города по окраинам. Мы занимаемся горным туризмом, у нас очень сильная тоже есть секция горного туризма, но, к сожалению, сейчас это были в основном походы на Кавказ, сами понимаете, что сейчас это проблематично. И также активно у нас развивается водный туризм. Благо у нас замечательная река с шикарнейшими порогами, это наш Южный Буг. Плюс в этом году мы ходили с детьми по реке Ингулец, красивейшие места, даже сами поразились, настолько красиво не ожидали. Активно развивается велотуризм. Останнім часом це
Таке віяння, так би, і іноді дивишся, і хочеться сподіватися, що це не буде просто віянням моди, а назавжди залишиться. Мы тоже на это очень надеемся, тем более, что это очень такой полезный вид спорта. Во-первых, он позволяет экономить в городе, да, во время передвижения, плюс делает нас город чище. Это активно такой способ передвижения активно пропагандирует наш Николаевский велорух. Плюс к этому велосипед вполне доступное средство, то есть он есть у большинства из наших подростков по возможности. И походы на велосипедах, они тоже очень интересны, но особенно для нашего региона, наверное, потому что в горах с велосипедом немножко сложнее. А вот в наших степях очень много интересных мест в Николаевской области, которые хотелось бы посетить, но пешие переходы достаточно сложны, особенно в летний период, потому что очень жарко. А вот на велосипеде по степи ехать, гораздо больше удовольствия, ветерок, и быстрее передвигаешься. Який відсоток дітей залишається займатися туризмом з такого потоку дітей, що приходять до вас? Значит, я могу сказать вот по тем кружкам, которые у нас. Если приходит ребенок, вот обычно первый год большой идет набор, и основная масса уходит в первый год занятий. Посмотрел ребенок, не всем же подходит туризм. Кто-то увлекается танцами, кому-то интересны шахматы. У каждого ребенка есть возможность выбрать свой. Но он решил попробовать туризм. Он пришел, посмотрел, кому понравилось, кому не понравилось. И вот первый год это, конечно, идет такой отсев. Если ребенок уже остается, то, как правило, он остается надолго. То есть у нас есть дети, которые занимаются и по 8, и по 10 лет. У нас есть дети, которые уже закончив, мы по уставу нашего центра, мы занимаемся со студентами до 21 года. И даже после 21 года наши ребята продолжают, вот опять же показатель нашей сборной, в которой очень много наших выпускников, которые продолжают с нами работать. На наших соревнованиях очень много постоянно наших выпускников, которые приходят, помогают нам проводить соревнования, участвуют в судействе. Они потом приводят своих детей к нам в кружки, поэтому если уже дети остаются, то они остаются. Отсев, конечно, первого года есть, потому что, ребенок имеет право выбрать то, что ему интересно. Он пришел, попробовал, понравилось, не понравилось. Яким практичним навичкам може навчитися дитина, займаючись у вас в гуртках туризму? Практично. Такі, що потім в житті пригодяться. Наверное, самый такой навык, который больше всего ценят родители, это что дети у нас в походе учатся готовить самостоятельно. Это очень сильно разгружает маму. Допомога вдома. Да, бывает. Но, по крайней мере, он сам в состоянии себе что-то взять, приготовить и не ждать, пока его накормят дома. Потому что обычно, конечно, основная нагрузка дома мамы и бабушки, и стараются детям не давать, а в походе вариантов нет. То есть, что приготовил, то и поел. Да? Ага. И плюс дети начинают ценить уже родителей. Что знайшов, с того приготовил и поел. Да. Это первое. Значит, второе, это, конечно, умение преодолевать какие-то неожиданные ситуации, потому что в городе мы достаточно в комфортных условиях себя постоянно чувствуем, существует какой-то определенный ритм жизни, то есть утром встал, тебя покормили, ты пошел в школу, вернулся со школы, то есть какой-то вот такой вот постоянный ритм идет. А в походе утром светит солнце, через 2 часа пошел дождь, то есть умение адаптироваться к изменяющейся ситуации, это для любого человека очень важное такое свойство, потому что наша жизнь очень быстро меняется, и мы должны уметь приспосабливаться к тем изменениям, которые происходят. Наши выпускники, чем мы можем гордиться, что в любой ситуации они могут себя найти, не терять духа и найти выход из любой какой-то сложной ситуации, которая есть. Я так зрозуміла, що ви особисто також дітей водите в ці походи, так? А вам, як керівникові, не страшно нести відповідальність за дітей в таких ось екстремальних умовах? Понимаете? Де навколо практично небезпека. Адже це настільки треба підтримати дисципліну дітей. Це колосальна праця просто-напросто. Понимаете, у нас есть какое-то вот такое преимущество, наверное, перед коммерческими группами, которые собирают детей, везут их в лагерь или везут их в какую-то поездку. Почему? Потому что мы не берем детей с улицы, мы детей готовим к этим условиям. Они перед тем, как идти в поход, приходят на занятия кружка. На занятиях кружка они, во-первых, получают какие-то навыки по дисциплине, по поведению себя в сложной ситуации. Они получают знания о том, какие могут быть ситуации, о том, как себя надо вести. То есть мы не берем неподготовленных детей.
детей. Мы не возьмем новичка в сложный поход. Мы его возьмем в простой поход, где он научится сначала. Как правильно одеваться, когда похолодало или стало жарко, потому что многие наши дети, вот элементарно, стало жарко, светит солнце, а пока ему не скажешь снять кофту, да, вот не привыкает жить по команде родить, то есть он не снимает. То есть он должен сам это научиться. Вот вроде бы простая такая вещь. Как надо правильно пить воду, чтобы не простудиться и не дать лишнюю нагрузку. И вот эти вот мелочи, как правильно разжечь костер, учатся в простом походе. Потом, занимаясь дальше с каждым годом, ребенок на занятиях кружка получает все новые и новые знания, умения и навыки. И, соответственно, может идти в более сложный поход. То есть, вот из своего опыта, когда идешь с группой старших кружковцев, то в походе практически каждый вот знает, что надо делать. То ты приходишь ставить лагерь, это основная сложность, вот когда ставится лагерь, готовится ужин, все. Каждый знает, что ему делать. То есть руководитель, он выступает в роли уже не няньки, а координатора. Да, в простых походах, когда мы берем новичков, то с ними, конечно, очень много работы, с ними надо, к ним надо уделять больше внимания, смотрим за каждым ребенком, а старших мы уже готовим к тому, что они, каждый может выполнять свою работу, поддержать даже руководителя, если нужно в каком-то моменте, и это уже самостоятельные дети, которые, в принципе, достаточно серьезно готовы к этим походам. Яка минимальна або максимальна кількість дітей у поході? Оптимальный вариант. Оптимальный вариант. Значит, наши правила, мы работаем по правилам, потому что туризм – это все-таки вид спорта, и существуют утвержденные правила проведения походов. Значит, в походах со школьниками минимальное количество участников – 6 человек, со студентами это может быть 4 человека, если дети старше 18 лет, ну, уже студенты. Оптимальная группа – это до 10 человек, то есть этой группой, естественно, можно управлять. В походах с новичками – однодневные, двухдневные, такие небольшие степенные походы – то есть это может быть и 20 человек, и 25. Если есть несколько руководителей и очень четко продумана группа, то для простых походов их может быть и больше. Но обычно оптимальная группа это в районе 10-12 человек. Тогда поход в удовольствие, общение идет интересно. А как часто вы так ходите в походы? Ну, это связано в первую очередь с каникулярным временем, потому что дети учатся, поэтому мы стараемся в первую очередь, это весенние каникулы, это осенние каникулы, но, естественно, это летние каникулы, когда идет основная масса походов. Вот, например, наши кружковцы этим летом прошли 3 похода разной степени сложности, и, в принципе, наши дети, они стараются... Практически основная масса наших кружков – это 2-3 похода, если у нее есть желание заниматься походным туризмом, они проходят. Вот. Плюс, кроме походов, у нас очень много соревнований выездных, которые мы проводим и участвуем в других городах. Да. Хотела спросить, між походами? Само на базе чем занимается? Чем мы занимаемся? Это в основном тренировочный процесс, это подготовка, это соревнования. То есть на тренировках мы готовимся к соревнованиям. Центр проводит открытое первенство центра. Это соревнования, которые тянутся в течение всего учебного года. Состоят они из 9 туров для старших и младших кружковцев. То есть каждый месяц мы проводим какие-то соревнования, на которых наши дети учатся новым навыкам, и мы можем сравнить достижения и работу разных кружков. Кроме этого, мы проводим соревнования, очень интересный кубок Буга на майские праздники. Эти соревнования задумывались как открытое первенство Николаевской и Кировоградской областей, но теперь они вышли на такой уровень, что к нам приезжает команда практически со всей Украины, и они уже несколько лет как получили статус всеукраинских соревнований для школьников. В мае месяце мы проводим грандиозные просто областные соревнования для школьников, и туристские, и краеведческие. Плюс к этому мы проводим соревнования школы Беспеки и туристские соревнования для учителей, которые будут потом опять же воспитывать молодых туристов, школьников. То есть у нас очень достаточно напряженный график. В начале июня мы обычно проводим еще лагерь туристского актива. Это такой походно-сборный соревновательный лагерь, куда мы собираем детей со всей области, которые хотят заниматься туризмом, которые показывают какие-то результаты. И в течение недели мы с ними идем в поход. Обычно это комбинированный водно-пешеходный поход по Южному Бугу. Плюс к этому у них очень напряженный график, потому что идут различные тренировки, идут психологические тренинги, общение и обучение основным навыкам. Знаете, я вас слухаю, вас так приятно слухать, вы настолько захоплены своей работой. А можно узнать, как вы пришли до туризма?
Ну, я начала заниматься туризмом тоже со школьного кружка. К нам в школу пришел мой тогда первый руководитель. Он тогда тоже работал в центре туризма. Это Шеремет Владимир Иванович. Это был 6-й класс в школе. Он пришел, собрал нас всех в актовом зале, показал, как вязать какие-то узлы. Мы там с подружками, одноклассниками подумали, что, наверное, будет интересно. Ну вот с тех пор так вот нам интересно. Я нагадую, що ми в студії спілкуємося з Дарією Борисівною Мартиновою, методистом туристського відділу Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді. І спілкуємося напередодні Дня туризму. І ще раз давайте повторимо про те, що нас очікує у неділю, так, 27 вересня, на День туризму. Чим він буде відрізнятися від минулорічних, наприклад? Ну, во-первых, тем, что он будет проходить в центре города, и поучаствовать в нем сможет буквально каждый желающий. Да? Все, кто в это время будет на Советской, могут подойти и попробовать свои, ну, как бы на своей шкуре, да, чем мы занимаемся. То есть поучаствовать в веревочных мастер-классах, пройти дистанцию, будут мастер-классы наших краеведов, то есть изготовление каких-то вот таких ремесла, это и вышивание, и изготовление каких-то оберегов, то есть все могут дети подойти, попробовать свои своими руками. Будут показательные выступления различных наших направлений, где могут посмотреть, чем мы занимаемся. Плюс к этому можно будет подойти, у нас будет работать информационный центр, где родители, которые хотят, чтобы или сами дети, которые хотят заниматься в наших кружках, могут подойти и получить информацию о том, где работают наши кружки, какие руководители, как с ними связаться и как записаться на занятия в наших кружках, как туда попасть. Яка ваша, яка сім'я ваша туристична сьогодні, на сьогоднішній момент? Ну, сейчас в нашому центрі займається, я не можу сказати по-краєвідчим, ну, наверное, скажу в общем, 97 кружків, і це около 900 дітей у нас обхват йде. Це да. Тільки в обласному центрі? Так. Нічого собі. 97 гуртків. Я знаю, що ви надаєте методичну допомогу також гурткам, які працюють в області. Да, так? Да. Ми дуже плотно працюємо з усіма домами творчества, в яких є туристичні кружки, з школами, в яких є туристичні кружки. Ми завжди готові допомогти, відповідати на будь-який питання. Що, а як в області буде відбуватися це свято? Ви якось залучали обласні центри, ну, в області, районні центри. Дело в тому, що зараз ми проводимо дуже активну роботу вже кілька років над тим, щоб в кожному районі, в кожній, ми дуже хочемо, щоб взагалі в кожній школі, звісно, проходили праздники в честь Дня туризму. І дуже цікаві праздники у нас проводять, у нас працюють замечательні спеціалісти по районам, які можуть провести мероприятия. Потом нам присылают отчеты, мы можем это все посмотреть. Очень много соревнований в честь Дня туризма проводят. Например, Казанковский район проводит интересные соревнования по Дню туризма. В этом году был праздник большой, вот в конце августа, правда, чуть-чуть раньше сделали в городе Вознесенске, на котором тоже они проводили в центре города, приглашали всех желающих. Очень много игровых программ проводится. Дело в том, что некоторые наши руководители работают в районных школах, и они помогают, являются как бы оплотом в районах для проведения таких дней туризма, праздников. Мы в этом году мы уже проводили семинар в городе Вознесенске, собирали там руководителей кружков, методистов, и мы с ними общались по поводу того, как лучше проводить такой праздник. И, как показывает опыт, замечательные специалисты, которые работают на местах, очень многие моменты мы у них тоже учимся. Мы не можем сказать, что в центре вот мы действительно проводим, стараемся провести как можно лучше, но в наших районах тоже очень активно проводятся такие праздники и мероприятия. Мне залишається тільки побажати вам, щоб свято пройшло так, як ви його задумали, щоб ваша туристична сім'я тільки збільшилась, тому що дійсно це такий спосіб зайняти дитину, який, ну, просто якщо дитина цим захопиться, їй буде чим зайнятися в цьому житті. І дуже багато практичних навичок у вас можна здобути. І хотілося б, щоб ви від себе побажали нашим глядачам, тим, хто займається туризмом або хоче займатися, напередодні такого дня туризму, туризму не за путівками, так, і рейсовими літаками, а саме пішохідного туризму.
Ну, в честь наступающего праздника я вам всем желаю, чтобы у вас всегда было замечательное настроение, чтобы вам хотелось чего, в жизни чего-то большего, и чтобы вы стремились изучать мир, который нас окружает. Мы живем в замечательном регионе, это Николаевская область, это Степной район, здесь столько красивейших мест, поэтому, пожалуйста, когда у вас выходные или какой-то отпуск, или просто свободные дни, собирайтесь всей семьей, выезжайте на природу, путешествуйте, вы получите огромное удовольствие, изучая наш родной край. Дякую, а я отримала особисто величезне задоволення від спілкування з вами. Дякую ще раз. Я нагадую, що в ефірі з нами була сьогодні Дар'я Борисівна Мартинова, методист туристського відділу Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді. Дякую ще раз. Я думаю, наразі ви прийдете до нас після Дня туризму і розповісте, як все відбулося. І я думаю, що ми будемо спостерігати за тим, як це відбувається в ефірі нашого телеканалу, в новинах, ще в якихось програмах, які присвячені туризму на нашому телеканалі «Миколаїв». Отже, залишайтеся з нами, ми обов'язково розповімо вам ще більше. До побачення!